Каждый славянец знает, где расположен парк 40-летия Победы, в котором в память о войнах разных лет, не угасая, горит вечный огонь. Но много ли мы знаем о людях, чьи имена запечатлены на стенах славы, расположенных здесь? Так сказать, ближе познакомиться с этим памятным местом школьникам города помогла проведенная на днях геокешн-игра под названием «Боевыми тропами Кубани». На старт! Внимание! Марш! Место сбора – новый молодежный парк, в котором летом по выходным проводятся различные игры для детей и молодежи. Одна из них – геокешн-игра. Еще в 60-х годах в СССР зародилось ее подобие. Люди старшего поколения помнят эти секретики, которые одни прятали, а другие могли найти случайно или специально. Современный геокешн – это увлекательная игра, которая позволяет не просто перевоплотиться в сыщика, но и узнать много нового на заданную тему. Квест «Боевыми тропами Кубани» ставил перед участниками вопросы, которые касались 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Ребята получают конверты и должны будут угадать те памятные места, которые там загаданы. Это позволит им изучить парк 40 лет Победы города Славянска на Кубани и подвиги наших соотечественников. Найти памятник, который загадан в подсказке, и сфотографироваться с ним нужно было на время. Выполняя задание, участники узнавали исторические справки и интересные факты о героях войны, о подвигах своих земляков. Благодаря этой игре мы узнали много новых фактов о наших героях Славянского района и также нашей Кубани. По итогам игры участники получили грамоты и памятные сувениры. В рамках проведения мероприятия военно-патриотический клуб «Вымпел» электротехнологического техникума подготовил выставку экспонатов времен Второй мировой войны. А волонтеры Славянска пополнили полки буккроссинга новыми книгами. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».